Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mod. В прошлом эпизоде мы прокачали 28 уровней нашему мачопу. Ну, уже мачок, да. И я узнал, что чтобы его прокачать к третьей эволюции, ему нужно, как бы его нужно поменять с каким-то человеком через трейд-машину, как, например, Хантера и Алаказама. Как он? Не Алаказама, а того. Вот этого, Кадабру, да. И третья его эволюция, тот же Алаказам. Я это знал, что Хантера и Кадабру нужно будет вот так менять, но я не знал, что Мачопа то же самое, третья эволюция через трейд-машину. И вот в чем беда, в том, что трейд-машину нельзя сделать как бы в реальном мире с ресурсов, как бы она вообще не делается. И чтобы как бы прокачать вот этих трех покемонов, которые у меня есть, к третьей эволюции, нужно ее использовать. Ну, одна, как бы, то, что я могу зайти с двух компьютеров и сам себе поменять, как бы, покемонов, и они эволюционируют свою третью профессию. Эволюция. А проблема в том, что мне нужно использовать, как бы, креативный режим, чтобы добавить ее себе с креатива. Я понимаю, что это как-то звучит нечестно или что еще, но я думаю, вы понимаете, что нету никакого смысла, что, например, у меня есть покемон Кадабра, есть покемон Хантер, есть покемон Мачо. И все, они будут вот так вечно, они будут больше прокачиваться никогда. А так я просто добавлю вот ту самую трейд-машину, закину ее туда покемонов, потом поменяюсь, и бум, все, я имею уже трех покемонов, как бы, прокачанных уровнем и эволюцией. Ну, уровнем нет, они не будут качать уровни, только эволюцию. И да, вот так. Я думаю, вы не будете против, можете написать в комментарии, если вы за или против, но я еще раз скажу, что я не думаю, что тут что-то есть противозаконное или как-то можно назвать читерством. Просто если я не использую креативный режим и не добавлю себе вот ту самую трейд-машину и не поменяю покемонов, то вот эти три покемона, которые сейчас у меня есть, Кадабра, Хантер и Мачок, никогда не эволюционируют и всегда будут вот на этой стадии эволюции. И это как-то не очень, я думаю, вы согласитесь. И в этом эпизоде я просто уже продолжу качать наших покемонов. Сколько у меня еще? 5 Аркенди есть. И да, просто продолжим качать покемонов. Так, может немножко еще деревца нарубим? Нафиг не деревца, а яблочек, да. Ну, с одного дерева я срубил уже 2 яблока. То бишь уже 2 уровня. И это так неплохо. Пройтись по лесу, срубить пару деревцев. Найти пару яблочек и... Так, если одну серию, допустим, побегать по лесу, то за одну серию можно добыть где-то 20-30 яблочек, если повезет. Вот, я уже добыл 5. Было у меня одно яблоко, уже стало 6. То бишь, я уже 6 уровней могу прокачать к какому-то покемону. Уже 7. Так, бежим, качаемся, рубим деревья. По дороге, ну да, находим покемонов и качаем. И в то же время качаем нашего Иви. Уже, ну еще немножко. Да, кстати, меня спрашивали, когда я уже наконец-то прокачаю, добуду, найду покемона листвы. Ну, как сразу прокачаю вот этого Иви к физическому покемону, сразу, вроде, если я не ошибаюсь, у меня есть 3 Иви. Один Иви вот этот, который будет физический покемон. Второй Иви
вот этот Вапорион. И третий Иви, если я не ошибаюсь, я вроде словил еще одного Иви. Что-то не срубилось. И один Иви у меня есть еще в... О, вот. Нифига себе, сколько деревца упало. И один Иви у меня есть еще в... В компьютере, да. И вот тот Иви я сделаю, думаю, покемоном листве до тех пор, пока не найду Бульбасавра. Я думаю, вы знаете почему, потому что он намного сильнее, чем Иви, как бы в трансформации покемона листве, потому что он уже Бульбасавр, уже как бы покемон листве с самого рождения, а Иви обычный покемон, которого можно превратить практически в любую стихию любых покемонов. Как видите, вот этот физический, этот водный, тот еще какой-то, тот покемон листвы. Короче, много покемонов. И в том-то суть, что много покемонов, ну... Минус, наверное, будет в том, что они немножко будут слабее, чем, как бы, покемоны, которые уже по натуре, как бы, покемоны своего рода. Там покемоны листвы, покемоны воды. Например, вот у меня есть Вапорион. Покемон воды, а, например, если я словлю Сквиртла, покемона воды, то он, я думаю, он будет намного сильнее, типа, будет намного сильнее вот этого самого Иви. Ну, я думаю так, ну, хотя не думаю, думаю, что так оно и есть. Так, можно немножко музыку уменьшить. И... А, да, я там видел, вот. Праймейпа. Нападем на него. Кадабру. И Шаризард. Да, забыл. Снять двойной опыт с Мачока, так как его пока что нету смысла качать. Потому что... Ну, он уже и так не эволюционирует, а только тогда, когда... Ой, выкинул. Когда я его передам через трейд-машину. И не знаю. Побежим вот туда. Да. Ну, я уже набил за одну серию уже 19 яблочек. Это уже 19 уровней нашим покемоном. Это вообще классно. Вот, как раз. Не, не как раз. Вот сейчас как раз поломается топор, не. Да, вот, поломался. И, как я говорил, 20, 20, 30, 20, где-то так, яблочек можно добыть за одну серию. Ну, так оно и есть. И, если я не ошибаюсь, у меня там уже понемножку заканчивается золото. И мне нужно будет еще сбегать в шахту, чтобы добыть там хотя бы еще один сток какого деревца? Золото. 1-2 стака, чтобы уже, например, хватило надолго. И я думаю, я сбегаю туда без съемки, так как мне очень будет интересно опять снимать одну серию про шахту, да. И так и поступим, да. Так, сколько ты уже имеешь? Уже 10 набило. Ну, за вот это время, которое я играю. Еще немножко. Где-то 35 или 45. Чтобы он уже превратился в физического покемона. Я не помню имя, какое называется. Было бы классно, если бы я нашел, мы нашли, ну, покемона боссов. Это бы, как бы, намного легче было бы качать наших покемонов, и еще бы мы бы могли что-то выбить с них, как я, например, выбил с одного покемона самый лучший покебол в игре, мастербол, да. И бежим. А зачем мы бежим? Кого мы вообще будем качать, я не знаю. Может, просто
Хотя, не знаю. Вызову я Шаризарда, чтобы не мучиться. Чё я кирку выкинул? Так, зазываем Иви. Зазываем. Вызываем Шаризарда. Это сюда. Садимся и... Ну, не знаю, куда мы летим, в какую сторону. Ну, пусть будет, да, сюда. Так, ничего нету. Нормально. А вроде нет. Нужно думать, каких еще покемонов ловить, чтобы, как бы, их прокачивать и пополнять на счет всех покемонов, которые у нас есть. Да, еще одна ачивка. Ну, не ачивка, как бы. У меня есть Slowbro, чтобы прокачать его... Slowpoke, чтобы прокачать его к Slowbro. А, ладно, прокачаю, так уж и быть. Ну, это бред полный с этим Slowpoke. Ну, так. Ладно, чтобы для количества просто. А, нет. Стой. Я лучше буду гулять по пляжу. Так, боль... Большая вероятность встретить того же Сквиртла или еще кого-то. Да, ночь как-то не очень. Это удалим. Сделаем новый. Сбегаем домой. Поспим и идем дальше. Ну, да, вот. И телепортируемся, или... подождите. Так. И, да, вот еще один Иви, Райчу, Мучан, Хантер. Ну... Ну да, Мачока кладем, берем тогда Слоупока, и будем его качать к Слоубро. Эти двери... И... Что-то я не туда. Да, вот сюда. И будем качать slow по как slow bro. Так, вызовем Иви, чтобы она выигрывала. Ну, вот те штуки. Я думаю, вы уже знаете, какие. Ты какой уровень? 24. Ну пусть будет, чтобы прокачать тебя нормально. Ты чё, конфузил моего Кабутопса? Да. Ладно. Так, думаю, это нафиг. Давай Slowbro. Slowpoke. И на Кабутопса. И убиваем. Да, убили. Пофиг, какие скиллы вообще. Так, Slowpoke уже качнул два уровня, так как я ему еще забыл вот это поставить. Найдем, может, еще каких-то покемонов. Вот, допустим, мистером Клоуняшку. Так, иди сюда. Запускаем на тебе Слоупока. Так. Сразу на Кабутопса. Да. Качнули Слоупоку еще один уровень. Я не знаю, на каком он... Так, что ты застрял? Я не знаю, на каком он уровне уже превратится в Slowbro. Я предполагаю, где-то или на 26-м, или на 36-м. Не знаю, честно. Так, бежим дальше. О, как раз Primeape там. 20-20 с чем-то уровень. Отлично, чтобы качнуться. Так, где-то убежал уже. А, вот тут.
Слоупок. Да, еще два уровня нашему слоупоку с одного... С одного покемона. Какой маленький. Слэш, или как называется этот удар? Да. Так, слоупок, слоупок, слоупок. Не знаю, какой ты уже, на каком уровне ты прокачаешься. Ну, я надеюсь на быстром. Еще немножко, чтобы засунуть тебя обратно в компьютер. Ну, если сейчас не успеем, уже докачаем его в следующем эпизоде. И нету вообще никаких покемонов. Ну, любые покемоны, чтобы прокачать, ну, найдитесь. Так, я так понял, здесь не будет вообще... А, вот там нормальный покемон такой, и сильный, и большой уровень. Электрод? Да. Так, вызываем Слоупока, вызываем Кабутопса. И выигрываем, убиваем его, да. Да. Так, Слоупок 25 уровень. Нормально. Так, я тут тренера видел. А, вот. Ну, он 13 уровень. Не так уж и много. А, я там Мачопа видел. Или Мачока. Ну, если Мачок, это значит, он уже минимум 40 уровень. Так, сейчас мы будем долго плыть. Ну, не так уж и долго, но нормально. Я там Оникса вроде видел. Ну, он нам не нужен. Не, ну, вообще-то он прикольный покемон. Но я не вижу смысла его ловить, так как он не имеет эволюции. Поэтому его даже качать не нужно. А я ним биться не буду. Ну, думаю, о, сундучок. Ну, покебол. Born Hell. Хоть что-то. Так, будем снайперами, попадем. Нет, буду. А вот так. Да, попали. Так, как. А, 38 уровень, ну нормально. Чтобы качнуться вообще отлично. Слоупок. Так. 26 уровень. Нормально. Там еще один электрод. Или электрод, или как он называется. Во-во-во-во-во-во-во. 32 уровень тоже нормально. Так как наш слоубро, слоупок, что я все путаю. 26 уровень. Нифига себе, с одного удара. Так. Да. И сразу на Кабутопса. И Мега Драйн. Опять с одного удара, нормально. Ну, когда ты уже эволюционируешь? Ладно, еще на этого. И Кабутопс. Мега Драйн. Да, на этого не так сильно действует, как на вот, вот того каменного... покемона, которого мы убили. Так, Слоупок, ты уже 29 уровень. Еще не качаешься, к Слоубро. Нам бы найти... О, Мачок. Нам бы лучше найти Мачока. 20 там... 30 с чем-то уровень, почти 40-й. На нем как раз нормально качаться. А, я что-то забыл и Вапуриона прокачать немножко, так как он
так как он уже имеет эволюцию, но не имеет уровня. Да. Это плохо. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом можно закончить вот эту серию. Я немного успел сделать, ну зато налесорубил себе немножко деревца и яблочек. Ну, даже не немножко, а вот 3 стака почти. Яблок я себе набил 21, 21 яблоко, то бишь 21 уровень любому покемону. Да, и немножко прокачали нашего Слоупока, и скоро он будет Слоубро. Ну, я надеюсь. Еще раз скажу, можете написать в комментарии, если вы согласны, чтобы я использовал креативный мод и чтобы я себе добавил трейд-машину. Еще раз повторюсь, ее вообще нереально вообще никак скрафтить. Она не делается. И только ее как бы используют на серверах Майнкрафта вот с этим модом, который она уже стоит в сделанных городах, всякими покемона-центрами уже, всякими лечилками, трейдерами, в которых можно покупать лечилки, покемоны и всякое такое. А, еще убью Мачока, немножко прокачаюсь. А, ты бьешься, зараза. Я думаю, что есть смысл использовать тот же самый, как бы, креативный режим для того, чтобы добавить себе вот ту самую трейд-машину, чтобы поменяться покемонами и чтобы наш Кадабра, наш Хантер и наш Мачок эволюционировал в свою следующую стадию, да. Так как если я не использую и не добавлю себе вот ту машину, эти 3 покемона всегда останутся такими, какие они сейчас есть, и не будут больше прокачиваться. И это плохо. Я не вижу смысла вообще было ловить этих покемонов, если они не прокачаются. И поэтому, ну, я сначала даже самого хотел как бы потом добавить вот этот, вот ту трейд-машину. Ну, просто сейчас говорю вам, если вы согласны, тогда я добавлю и сразу прокачаю 3 покемонов, да. Уже победим этого тренера. Да, что-то ты вообще слабо этого ударил. Ну давай, 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 давай. Быстрее немножко. Сайдер. Нормальный покемон у него. Того, которого я, кстати, нашел в джунглях, ну, не словила, случайно убил. Да, вот все. Ну, еще один мачок. 36 уровень. Теперь будете появляться, когда я уже заканчиваю. Ну, ничего страшного. Чтобы прокачаться, это вообще отлично. А, это хреново, вообще очень. Еще сейчас его и не убью даже, да? Confusion. Не, убью. Кадабра у нас сильный, да. И все, да. Я думаю, на этом уже можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, можете ставить пальцы вверх, вверх, вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо еще раз всем спасибо. Всем удачи, всем пока.